Во время осмотра условий Каннской территориальной больницы Таланбек Батыралиев остался недоволен питанием лечебницы. Пища, которую испробовал министр, оказалась, мягко говоря, невкусной. Да, я понимаю, это немного, но тем не менее, при качественном проведении тендеров на закупку, возможно, более-то или менее обеспечить питанием наших пациентов. Но чтобы это бюджетные деньги расходовались по назначению. Такую ситуацию можно встретить во многих больницах страны. На питание в лечебных учреждениях на одного человека ежедневно выделяется в среднем 42 сома. Это небольшая сумма, но отдельные учреждения умудряются готовить на эти средства и вкусно, и питательно, говорят специалисты. Есть возможности за счет средств, которые они зарабатывают, еще и добавлять к этим 42 сомам еще определенное количество денег и кормить пациентов, то есть, которые лежат в больнице, больных намного лучше. Кроме того, есть еще и другой человеческий фактор, да, вот можно выделить 42 сома, и на эти деньги можно очень вкусно кормить им. В республиканской больнице на питание не жалуются. В обед сегодня здесь подали гороховый суп и плов. Все хорошо, питание нам нравится, каждый день новое меню. Нам все нравится, и вкусно, и полезно, и завтраки, и обеды, и ужины хорошие. Однако наличие проблемы питания специалисты все же признают. В больницах мало специализированных поваров и диетологов. Причина в маленькой заработной плате кухработников. Таланбек Батыралиев пообещал изучить подобные проблемы на местах и найти выход. Зарима Мусаева, Алмаз Нурмамбетов, Общественный, Первый канал.